4 в замесах, и меня забирала Нага. Как ты мог сделать минус 3, минус 4 в замесах, если у тебя тупо не было пробива? Я что-то не понял. Тем более, если тебя забирала Нага, она тебе еще меньше пробива делала. Сказки рассказываешь, слушай, не верю. Позор на весь рунет. Что такое? Ну-ка, давайте посмотрим, где позор. Где голый сись? О, где? Что тут такое в билде-то такого? Что позор-то? Ну, билд как билд. Стойкость? Она разве стойкая? О, господи. На лисе стойкость стоит. Зачем, если она в волю? Все, позор. Реально позор. Может быть, она пыталась собрать себе палку-толкалку? Да, у нее палка-толкалка собрана. Лиса с толкалкой! С ума сойти, вот это новости. Давай, егерь, там тебе гора танчит. Хотя, я не знаю, зачем горе танчить егерю. Нонсенс какой-то. Лучше бы вот этот пак потанчили, я бы тут немножко хотя бы подзабрал его. Они там тусуются. У меня уже все, тут сражение началось, они только начинают. Маска, иди! А ладно, ух, амазоночка. Говорят, с амазонкой должно быть классно. Вот попало по мне. Что это был за выстрел такой? Не, я тоже бывает амазонкой такой фигни страдаю, но ни в одного же крипа. Или он пытался меня там подстрелить? Тихо, не нервничай так. Куда ты? Собьет ведь. Хотел на понт его взять. Не получилось. Ну ладно. Ладно. Отъезжаем. Смерть, смерть. Зачем егерь нападает, когда я ластхичу под башню? Счет вот не сделал, блин. Что я так слабо бью? Нет, 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 не убивайте меня, маленькие крепята. Они меня нервничать заставляют. Ага, у него есть банка. Хорошо. Смерти не скрыться. Договорились. О нет, башня ластхитнула. Так, чуть больше разума должно быть сейчас попроще. Где егерюха? Давайте тормозилу возьмем. Точное попадание. 133. Безусловно, золотой мастер. Там, видать, вард. Ама вообще не подходила. Испугалась. Я правда подлез под ее стрелу получилось. Ой,
Блин, засмотрелся. Тихо-тихо-тихо, Клык, не нервничай. Не нервничай, Клык. Вот это я неудачно сделал. Очень неудачно получилось. Ах. Сам ступил. Надо же было так попасть под выстрел как раз в тот момент, когда она делала выстрел, попасть под него. Чего еще? Чего я еще могу вам показать? Да как ты попал-то? Эти раны исцелить будет трудно. Хорошо. Как скажешь. Золотой что мастер. Творишь, а? Вижу кровь. Пишу. И чё ты творишь? Точное попадание. Смерть вездесущ. Больно. Как скажешь. Смерть раскрыться. Я не смогу тебя, Игорь, поддержать. Золотой мастер, смерти не скрыться. Хорошо. Смерть вездесущая. Давай попробуем что-нибудь сделать вот с этими ребятами. Прикольно. Как скажешь. Точное попадание. Не умереть бы еще тут. Смерть вездесущая. Нет, нет, надо успеть. Срочно успеть. Ох, почему у вас хит-то не произошло? Криво можно есть по КТ. Чего он тогда не ест ее? Когда у тебя эта долбанная фигня закончится, а? Смерть вездесущая. Точное попадание. Кровь, соль, соседство боя. Нарара. Тарара. Мана нужна. Да что ж такое-то, кинжал-то кидать будешь, нет? Что за лосянство? Да, Last Hit, алё. Алё, принимайте. Принимайте мой Last Hit. Не хотят. Так. Давайте людям подскажем, что у нас СС тотальный. Сейчас быстренько тут качаем манорегеночку, а то нифига у нас нету. Ничего, ничего, ничего. Маска же она терпит вроде как сначала. А потом нормально нагибает. Осталось только понять, когда же это нормально нагибает произойдет. Так, ама появилась на радаре. Ага, кончилось. Окей. Что же так слабо бью, а? Маны нету. Гимми мана. Гимми мо мана.
попало. Мне нужно много маны. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. О! О! Вот как надо критами долбить, тогда чувствительно получается. Видишь, какая прыткая. Так, вот уже должно быть лучше. Че, она не хочет вблинкиваться, да? Это лучник. Слушай, реально начинает прям ловить меня хочет, я так понял, да? Видишь какой. Ничего, сейчас я после ужина плотно вот разомну пальцы. Будет тебе бам-бам. Еще чуть-чуть осталось, погоди. Егеря бы какого-нибудь сюда, что ли? Че он тут сливает так? О, Клык, привет. Вот это неудача. Вот это была неудача. Егерь. Сколько раз ты пришел мне на ганг? Ноль. Молодец, егерь. Уже бы давно убили. Так, ну надо идти карать. Надоело. О, да, егерь. Да ты, я смотрю, профессионал в ганге амазонок. Да. Да, понятно. Это не егерь. Это какая-то фигня. По крайней мере, он своей функции что-то явно не исполняет. Вардов не ставит. В ганге не приходит делать. Что он там сотворяет-то вообще? Где он? Чиги только пугает, по-моему, эту амазонку. Здесь глифов, как обычно, нет. Здесь кто-то здесь поход делал рядом со мной. А, отлично, я нашел какой-то багнутый кусок земли. Ну все, теперь им точно ничего не светит. Гаси там отхила. Ну ЧГ, ну там, я не знаю, ультани или еще что-нибудь. А, понятно. Он вместо ульты предпочел сесть в глыбу. Странно, ульт вроде есть. Все понятно, ладно.
не обращаем внимания никого, мы здесь одни играем. Мы играем одни, никого здесь кроме меня нет. Мантры, мантры, мантры читаем. Никого кроме меня в этой игре не играет. Я один. Тарарарара. Блин, я слабо бью. Все понятно. Чига не очень вменяем, я так понимаю. Что бы нам такое взять? Игорь тоже не вменяем. Еще раз все ясно. Так, что мы сюда ломимся? Там нафиг не нужно сюда ломиться. Сейчас амазонка выкачается и сделает всем бам-бам. Ну, о чем тут разговор? Может быть... Лисичка будет более адекватна. И долго мне тут этим заниматься. Лиса, ну вымани ее как-нибудь. Давай. Он ЧГ с ЧГ бегает. И чего вы на ЧГ-то накинулись? Муза, 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 муза. Блин, это был стил. Ладно. Ура! Ура! И на моей улице есть праздник. Нафига я эти крытые брал, хорошо. Чтобы они не прокали. Чё-то МССнутая какая-то вся. Ама. Идем почекаем глифчик. Так, вардов, я так понимаю, у нас не будет никогда. Ну, в принципе, ладно. Пусть не будет. Все, я понял. Егерь это вообще какая-то корова у нас бегающая. Опять она застилила, да ты прикалываешься, что ли? А здесь у нас что? Как убивают? Замегло дал. Ослепло дал. Я не знаю, сожрал землю. Ну давай, ну Хака, ну убей ты его. Беги, Хака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что за микростан? ЧГ забирайте, чё вы? Есть! Что еще? Амазонку, давай. Накидывай ей. О, ульта. Это ульта напротив, тарарарай, рара.
Так, 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 хиль меня. Хиль меня полностью. Наконец-то пошла игра. Что у нас тут еще есть? Остроумие. Ну вот. Нормально, с лисой можно кооперироваться. Она хоть и стилит фраги, но зато хотя бы адекватно. Следующая партия, ну так, 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 сейчас, наверное, придут крипы уже скоро. Амазонка, валим нафиг, нужна ты мне. Я, кстати, ни одного глифа, по-моему, еще не видел в этой игре. Вау! Замечательно. И что, и как ты убежала, почему? Повезло или как? Смерти не скрыться. Моща. Безусловно. Иду. Смерть. Так, а теперь здесь можно кого-нибудь просто распотрошить. А чё они все убегают-то? Смерть. Чё за фигня? Скрыться. Здесь вардо, что ли, тьма стоит или что? Блин, сейчас инвиз кончится. О! Нет, забирают. Ох, свалил. Отлично, надо тапки взять. Ой-ой-ой-ой-ой. Чигэ, чигэ. Садись. Что это на нем? Какой-то супертал. Блин, ну извини, чигэ, мы тебя, походу, дело не спасем. Ох, я в глыбе. Так, стоп. Пошел, мясо выключу. Так, я смотрю, Крио наконец-то надумала в меня ульти, да? Блин, че же они все вместе доходят? Сколько у них автоатакеров? Нужно свитки сияния. А у нас свитков вообще нету, да? А, это у меня свитков вообще нет. Не, ну у меня там был один свиток, по-моему, да, какой-то. Не очень нужно. Ребят, не надо на них нарываться. Так, что тут у нас хитра есть? Да ты попади по-нужному. О, давайте вот это возьмем. Сейчас ко мне, наверное, пойдут. Да? Пора отвалить. Так, что у нас? Разум пробива явно не хватает. Берем хитро, окей. Договорились. Сильно. Это было сильно. Уж а где они все? Чем они занимаются? Как скажешь. Смерть вездесущая. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Наверное, надо во вражеский лес куда-то залезать, я так понимаю. Чтобы получать какой-то профит. Но там клык уже его подфармил весь. Все понятно. Надо встречать лесу, она идет вот отсюда откуда. Ага. Стоп, она ТП. Тьфу, в лесу говорю. Ой, Хака, ты чё? Пора дойти, ребят. Блин, да вы чё прикалываетесь? Говорю, пора отойти, они в нарыв пошли. О, господи. Что за... Срубай, Ами, все, что можешь. Она блинкалась. И все равно я тебя заберу. Ну не я, значит. Нормально ворвались. Погнал я вверх пушить. Это, конечно, не ваза бы звезда, которая была вчера. Но все-таки. Что у нас есть из качанного? Вот у нас есть качанное. Так, кажется, я здесь уже нарываюсь. Давай, критом его. Зарезал флаг критом. Хо-хо-хо-хо-хо. Блин, а здесь ничего нету. Давно хотел проверить. О! Смерть вездесущая. Смерть. Я как бы не это. А кого больше всего проворства? Тому и надо брать егерю, например. Или вот горе для врыва в самый раз. Ну никак не маски, ребят. Ну давайте, поехали. Смерти не скрыться. Спешу. Смерть везде случай. Такое нападение на башню из-под тишка. Ого! Вот это криточек я вошел. Оп, я в глыбе. Ну ничего, мне не помешало нагнуть. Так. Всех разрубим. Так. Гора, давай, садись. Так. Нормуль. Расколошматили. Я не убиваю, я провожаю. Да, детка, это Витиндроп. Ну, видите, я как обычно, я сначала ракую, вхожу во вкус, а потом... Хоба-хоба-хоба! Ну, как... Ладно.